смог Эвертон еще сравнять в этой встрече. И первый гол в английской премьер-лиге забивает Диньяр Билли-Литинов. Билли подставил ногу после прострельной передачи Жо. Тим Кейхилл, Жо, ну а дальше Билли-Литинов. Хороший треугольник. Прорыв по флангу от Эвертона. Подача в штрафную. Диньяр Билли-Литинов открывается, бьет по воротам 1-0. Второй мяч россиянина за Ирисок. Красивый гол получился. Бенфика, Болтон, шпоры. В исполнении Тима Кейхилла Жо отдает на Билли-Литинова. И Диньяр блестящим ударом в ближнюю девятку открывает счет в этом матче. Выводит Эвертон вперед. Разыгрался, по-настоящему разыгрался Диньяр Билли-Литинов в Англии. И был уже признан лучшим игроком месяца в Эвертоне. Много забивает, много отдает. И вот отличился теперь и в Лиге Европы тоже. В великолепной форме. 5 побед. Но начинается для Эвертона все просто здорово. Диньяр Билли-Литинов и его очередной. Гостевые болельщики с удовольствием поют песни. А в атаке Билли-Литинов! Билли-Литинов сравнивает счет. Первый удар по воротам Диньяра. Умница. Не стал подрабатывать мяч. Не стал. Плюхнул. И получи. Те. Только Манчестер Юнайтед набирает в этом году больше очков, чем Эвертон. Диньяр Билли-Литинов. И вот... Билли-Литинов goes for goal! And Portsmouth... Очередной навес Филайни, скидка, и Билли-Литинов, гол, Диньяр Билли-Литинов. Просто... Хо-хо! Диньяр Билли-Литинов!